ним по душам, припухнем, подкупим, может, чего и выйдет. Странные вы люди, русские. Хотя, конечно, мне надоело торчать на улице, проститутку из себя изображать. В борделе-то оно поудобнее было бы. Да, Анка, прикрытие у тебя было бы тогда, что надо. Не хочу даже слушать ваши фантазии. Ведь вам не Россия. В Америке, чтобы что-нибудь построить, нужно, во-первых, найти место для строительства. Во-вторых, найти подрядчиков. А в-третьих, нужно иметь деньги. Эх, были бы деньги! Да. Ладно, мальчики, не расстраивайтесь. Как разбогатеете, приходите. А ну-ка, Петька, не балуй. Пистолет, он ведь тебе не игрушка. Положь на место. Да я только посмотреть. То, что русские напутали, и распутывать нужно по-русски. Благодарю, что выпустили меня отсюда, мистер Слесарь. Мелочи у меня нет, так что возьмите фишку. Может быть, вас ожидает в казино большой выигрыш? Куда? Вот иди твою! Лови, Петька! Эх ты, Петька, упустил фишку! Мы на нее могли бы цельный миллион выиграть! Ну, упустил! И что? Я видел, она под стойку бара закатилась. Ее оттуда просто достать надо. Ну, раз ты видел, то сам и доставай. Сэр, отдайте нашу фишку, пожалуйста. Фишку? Какую фишку? Я не знаю никакой фишки. Вот две вещи я больше всего на свете ненавижу: расизм и негров. Это еще зачем, Петька? А чтоб дверь не закрывалась, Василий Иванович. Иначе как же мы отсюда выйдем? Молодец, Петька. Вот спасем планету, я тебя в академию направлю. Будешь там академиком. Нет уж, Василий Иванович, я уж раз в академию поступал. Помнишь, я еще сочинение там писал, как мы с тобой, Василий Иванович, водку, книги читали. И баб, в смысле рыбу ловили. Ну как дела, Сникерс? Заказывать что-нибудь будете? Да что у тебя заказывать? Опять, небось, уксусу предложишь? Раз не будете, то и разговаривать не о чем. А че ты неразговорчивый-то такой, хмурый? У Растамана веселье в связи с ганджем, по-вашему, с травой. Ее курят, а потом уж веселятся. Слышь, Василий Иванович, Сникерс какого-то сена хочет. Сена? Это интересно.
Послушай, Петька, ты часом-то в... Да ты чё, Василий Иванович? Да смотри мне. Василий Иванович, смотри, тут живет кто-то. Не кто-то, а богемный россиянин. Россиянин? Это как? А так, предки мои из России сюда эмигрировали еще в гражданскую. Сами приехали, а меня не спросили. Вот теперь-то меня тоска по родине и долбит. Ну так и ехал бы на родину. Я-то поеду, а куда пчелы-то мои денутся? Я ведь тут пчел развожу на свалке. Пчел разводишь? Да ты крут! Да что пчелы? Я тут про художника одного прочитал, Малевича. И решил я, братцы, что огромный талант у меня пропадает. Пришлось за перо взяться, ну, в смысле, за кисть. Вот смотрите, синий квадрат, это раз. Да. Солнечный круг, небо вокруг, это два. Да. А синий треугольник? А красный ром? Тут чем я не художник? А? Где же признание, цветы и деньги где? Я не понимаю. Да, земляк, не понимают тут в Америке высокого искусства. А мне вот треугольник твой особенно понравился. Ровный такой, синий. Спасибо, братцы. Век не забыл. Можно я тоже побалуюсь? Так это, для хороших людей такого, да, не жалко мне. В общем, берите. Чего тебе, Петька? А может, нам... До победы! Слышь, Сникерс, мы тут тебе покурить принесли. Что, бесплатно? Ребята, вы что, разбогатели? Ну, не хочешь, как хочешь. Как не хочу, очень даже хочу. Огоньку бы. Огоньку бы. Да не трясись ты именем Джа, Сникерс. Экий вы тут в Америке нервный. Работа такая. Вот, Петька, что курение-то с людьми делает. Да, капля никотина убивает негра. А хомяка, наверное, на куски разорвет.
Вот-вот, смотри, Петька, докуришься когда-нибудь. Минздрав шутить не любит. О, Василий Иванович, вот она, наша фишка. Погодь, Петька, я сам. Ты ее один раз уже упустил. И ничего я не упускал. Вот Петька с канистрой, в гости ходить не стыдно, даже к пасечнику. А давай, Василий Иванович, поставим на 13-й номер. На черное. Я тебе, Петька, под трибунал. На красное. На красное ставить надо. А давай, Василий Иванович, на 22-й номер поставим. Ленин-то 22 апреля родился. Сожалею. В этой игре самый большой номер 21. Тогда на 7-е поставим. Красный день календаря. Выпал номер 13. Блин! Не расстраивайся, Петька. Пойдем еще фишку поищем. Может, и в следующий раз удача нам улыбнется. Какой улет! Ну, ребята, вы даете. В жизни такой травы не пробовал. Все, теперь я ваш должник. Если что понадобится, обращайтесь. Делайте ваши ставки. На черное, пожалуйста. Нет, Петька, ты даже и не думай к нему подходить, зверь. Не, ну я не понял в натуре. Опять этот автомат козлиный мои баксы сожрал. Не, ну говорили же пацаны, сходи в казино, развейся. А я тут все бабки просадил. Нужно было сделать, как Рябой говорил. А что он там говорил-то? Про магнит что-то, про то, как он бабки большие выиграл. Эх, пьяный я тогда был, не помню. Ваши ставки. А давай, Василий Иванович, поставим на 13-й номер, на черное. Да я тебя, Петька, под трибунал. На красное! На красное ставить надо! А давай, Василий Иванович, на 22-й номер поставим. Ленин-то 22 апреля родился. Сожалею. В этой игре самый большой номер 21. Тогда на 7-е поставим. Красный день календаря. Поздравляю! Ваш выигрыш составил 1 миллион долларов. Всего один? Ну, жмоты! Не жадничай, Петька! А ведь уделали мы буржуев-то! А пошли-ка, Василий Иванович, отсюда, пока у нас бабки не отобрали! Да какие бабки!